Покажу вывеску эту. Вот, вот. Там. Центр подводного плавания «Морская звезда». Закрытый. Вообще не действует. Заколоченный. Заколоченный. С велосипедами. Ух ты. Так, граница пляжа, опасно, камнепад. Вот и опасно, они туда и ушли. А там вот скалы такие. По голове даст. Тут будешь потом фруктом до скончания века. Он совсем близко не подходит. Вот это русская ось. Вот, а вон там дальше сидят. Слушай, это шкирка. А Саша наш, Катина, Тёма, Артём, вот сидят. Да, тут там что-то бывает. Красиво, интересно попадается. Они сидят. Ну да, подальше от стены. Там он уходит. Парни-то тут. Черное море. Какое же оно черное оно. Вот здесь темно синее, там вообще лазуревое. О, кто-то на это, на байдарке. Раз на коленях с одним веслом, байдарка, да? Правильно? А если бы сидел с двумя веслами каноэ. Там теплоходик. Видимо. Круизи. О, далеко ходят там люди. Прогуливаются по камням. Ну, вода светлая, прозрачная. Вот здесь она почти как на Байкале по прозрачности. Да не почти. Ну, почти. А? Ага, отличная пирамида. Вот, кстати, это там под вами, кстати, под камнями под этим, но они нагреты. Вода пробегает. Вот здесь она пробегает. Это та, что сочится вон из-под скал. Кстати, надо вам отсюда уходить. А? Парни. Пошли отсюда. Сейчас я вам кое-что объясню.